Всем привет! Давно собиралась сделать аранжировку на композицию группы «Рамштайн», и сегодня мы разберем песню «Zeit» из одноименного 8-го по счету студийного альбома группы, вышедшего в апреле 2022 года. Благодарю вас за поддержку, ссылки на ноты с табулатурой в описании под видео, а далее разбор. Аранжировка непростая, по пятибалльной шкале уровень сложности примерно 4-й, хотя здесь не очень быстрый темп, но есть аккорды на барре, аккорды с растяжкой, перемещение по грифу и довольно сложные ритмические фигуры. Сразу скажу, для отработки сложных ритмов очень помогает программа Guitar Pro, в которой вы можете замедлить любой фрагмент, прослушать ритм и отработать уже непосредственно с программой. Поэтому рекомендую. Разбирать будем по частям, по фразам. Разбор будет достаточно динамичный, потому что аранжировка довольно объемная, чтобы не затягивать чересчур. Итак, вступление. Здесь ничего сложного нет, очень медленно оно играется.
Это одна фраза. В оригинале она играется два раза. Сейчас сыграем один. Зажимаем на втором ладу, лучше указательным, пятую, средним четвертую и безымянным либо мизинцем первую. И играем струны, которые зажали. Держим. Теперь вторая открытая. И повторяем первую. Здесь остановка. Дальше аккорд меняется. Барре на втором ладу и безымянным пальцем. Четвертая на четвертом. Играем первую, четвертую и пятую также. Держим. Затем мизинец подставляем. Третья на четвертом. И вот здесь остановка. Следите, чтобы все струны звучали до конца. Дальше аккорд до мажор. Пятую зажимаем безымянным на третьем ладу. Четвертую средним на втором. И мизинцем первая на третьем. Играем струны, которые зажали, опять же. Также держим. Вторая открытая. И повторяем первую. И снова такое же барре. На втором и четвертое. На четвертом играем те же самые струны. Также подставляем мизинец. Третья на четвертом. И мизинец поднимаем. Третья на втором в конце прозвучала. Пройдем с метрономом. Метроном ставим медленнее, конечно. 70 ударов в минуту. Дальше начинается первый куплет, первая фраза. Здесь остановимся. То же самое, зажимаем ми-минорный аккорд указательным и средним, пятое и четвертое на втором ладу. И мизинцем дожимаем первую на третьем ладу, играем пятую, четвертую, третью и первую. Можно арпеджированно сыграть. Держим. И первую еще играем 4 раза. Дальше аккорд держится. Безымянный первая, второй лад. И первая открытая. Можно на легато сыграть. Дальше повторяем первую открытую. Аккорд меняется. Си мажорный септаккорд. В принципе, можете весь зажать. То есть на втором ладу мизинцем первое, безымянным третье, средним пятое и указательным четвертое на первом. Вот этот аккорд будет повторяться много раз в первом куплете. И здесь играем первую, пятую и четвертую. Если третью или вторую заденете, ничего страшного. Это аккордовые ноты. То же самое можно вместе, можно арпеджированно. Держим, повторяем первую. Здесь остановка. Еще раз повторяем первую. Теперь первая открытая. И в конце дотягиваемся мизинцем. Вторая на четвертом ладу. Все, это первая фраза была. Пройдем с метрономом. Следующая. Начинается с той же ноты, на которой закончилась предыдущая фраза. Вторая на четвертом. Теперь до мажорный аккорд зажимаем весь. Вторая на первом, четвертая на втором и пятая. На третьем играем первую, вторую, третью и пятую, ну, либо первую, третью, четвертую и пятую. Держим. Еще повторяем два раза первую. Дальше первая на втором ладу. Средний палец переносим. Дальше первая, третий.
Да, остальной аккорд стараемся додержать. Снова первая на втором, первая открытая, можно на легато сыграть. И окончание такое же, как было во вступлении. Барре на втором ладу, четвертая на четвертом. Играем первую, четвертую, пятую, потом третья на четвертом и третья на втором. Пройдем с метрономом. Начало такое же, как было начало куплета на ми-минорном аккорде. И первое еще на третьем ладу. Также играем аккорд. Еще четыре раза первое. Первое на втором. Первое открытое. И повторяется первое на третьем. Снова си-мажорный септаккорд. Также весь зажимаем. Играем. И повторяем еще первую на втором. Тоже четыре раза. Дальше первое, третье и снова первое, второе вернулись. С метроном пройдем. И дальше. То же самое начинается вторая на четвертом, на до мажорном аккорде также играем аккорд. Два раза первая открытая, первая на втором, первая третья, первая второй, также первая открытая и еще раз первая открытая. Теперь ля минорный аккорд зажимаем, то есть вторая на первом остается и четвертая и третья на втором. Играем вторую, третью, четвертую, пятую. Держим. Два раза повторяем вторую. Мизинцем зажимаем вторая, третья. Снова вторая, первый. Еще раз вторая, первый. И вторая открытая. Можно на легато сыграть. Пройдем с метрономом. Дальше еще две фразы. Тоже они будут похожи на предыдущие. Вторая открытая. Также ми-минорный аккорд зажимаем, но уже первую на третьем не зажимаем. Первая открытая и играем также. Первую, пятую в басу, и ну и в середине четвертую, третью, либо третью и вторую. Доигрываем первую два раза. Дальше первая, второй лад, первая, третий, первая, второй, первая открытая и первая, третий. Теперь также будет аккорд си, барре на втором ладу и безымянным четвертая на четвертом. Играем первую, четвертую, пятую. Держим, повторяем первую еще два раза, затем средним пальцем первая, третий лад, да, аккорд держим, дальше первую на третьем отпускаем, мизинцем зажимаем первую на пятом и играем также первую, четвертую и пятую, дальше первая, третий лад, первая на втором, да, и еще два раза первая на втором. Пройдем с метрономом. И последняя фраза куплета.
здесь она как бы не законченная, потому что сразу дальше начинается припев. Аккорд до мажор также зажимаем. Играем первую, пятую, ну и середину, там четвертая, третья. Повторяем первую еще два раза. Также первая на втором средний палец. Первую на третьем добавляем. И также играем ее вместе с басами. Ну, либо просто с басом можно. Дальше первая на втором. Первая открытая. Три раза будет. Да, первую открытую можно сыграть на легато. И еще два раза доигрываем. Затем ля минорный аккорд. Зажимаем, играем первую, вторую, третью и пятую. Два раза первая открытая. И мизинец добавляем. Первая на втором. Снова также зажимаем на втором ладу баре. Четвертая на четвертом. И еще средним первая на третьем сразу. Играем первую, четвертую и пятую. Теперь первую отпускаем. Баре осталось. Играем первую на втором. Пройдем с метрономом. Это был первый куплет. Он состоит, ну, условно, из трех частей похожих. Давайте пройдем его целиком с метрономом. Дальше припев, первый припев. Такая фраза. То же самое, зажимаем ми-минорный аккорд. И играем первую, вторую, третью, четвертую вместе. Затем делаем такой небольшой удар большим пальцем по четвертой и третьей. И еще один, то есть два удара. Аккорд держим, дожимаем также мизинцем первую на третьем и играем первую, вторую, третью и четвертую. Можно арпеджированно сыграть. Держим, еще два раза играем первую. Теперь мизинец на первой струне остался. Остальные пальцы переставляем на соль мажорный аккорд, то есть шестая на третьем и указательным пятая на втором. Играем первую, вторую, третью и шестую. Затем такой же удар, ну, по пятой, четвертой, третьей. И вторая открытая. Теперь зажимаем мизинцем пятая на пятом, безымянным четвертая на четвертом и указательным. Третья на втором. Играем их вместе. И небольшой удар делаем также по пятой, четвертой струне. Ну, если третью заденете, не страшно. Пройдем с метрономом.
Следующая фраза. Начало такое же на ми-минорном аккорде. Играем аккорд. Два удара. Дальше будет первое на седьмом мизинцем. А к седьмому ладу можно сделать небольшой слайд. Ну, с любого лада. С шестого можно, с пятого. И сыграли один раз. Еще раз играем. Держим. Теперь дожимаем средним пальцем пятую на седьмом. И играем вместе первую, вторую, третью и пятую. И еще два раза. Первая на седьмом. Дальше первая на седьмом мизинцем осталась. Указательным зажимаем шестую на третьем. Играем их вместе. И дожимаем барре на третьем ладу, чтобы сыграть на легато, либо щипком. Да, первая на третьем должна прозвучать. Вот здесь сложный момент такой. Держим барре и дожимаем соль мажорный аккорд на барре. Получается еще... Третья на четвертом средним пальцем и безымянным и мизинцем. Пятая и четвертая на пятом. И делаем удар, ну, по басам. И в конце играем еще первую. На третьем. Теперь барре передвигаем на второй лад. Здесь си минорный аккорд зажимаем. То есть на втором ладу барре средним пальцем. Вторая на третьем и безымянным и мизинцем. Четвертая и третья на четвертом. Играем сначала первую, вторую, третью и пятую. И затем такой же удар по средним струнам, скажем так, делаем. И здесь идет остановка. Целый такт еще звучит потом этот аккорд. С метрономом. Это был первый припев, такой он коротенький. Давайте пройдем его с метронома целиком. И дальше идет такое небольшое соло, скажем так, проигрыш. Разберем его отдельно. Тоже здесь будет две фразы. Первая фраза. Так, здесь остановимся. То же самое зажимаем ми-минорный аккорд. Пятая, четвертая на втором. Играем сначала щипком четвертую, пятую и шестую. Аккорд держим. Теперь тоже легкими ударами по басам. Пятая и шестая. Да. Сначала делаем три удара вниз. Затем два коротких удара вниз, вверх. И еще два вниз. То есть ритмически должно получиться вот таким образом. Рисунок будет сохраняться на протяжении всего соло. Дальше будет четвертая на пятом. Безымянным пальцем можно будет ее сыграть. И сделать к ней тоже слайд с четвертого либо с третьего лада. И играем четвертую вместе с шестой. Дальше повторяем шестую. Затем четвертая на втором. Тоже можно сыграть ее безымянным пальцем. И сделать слайд к следующей ноте. Четвертая на четвертом будет. То есть сюда. Четвертая на четвертом безымянным. И сразу зажимаем указательным пятую на втором. Играем их вместе. Также три удара вниз. По пятой, четвертой уже. Вниз, вверх. И еще два вниз. Снова повторяем пятую и четвертую.
Дальше молоточковым ударом можно четвертую на пятом сыграть. И в конце зажимаем баре на втором ладу и играем пятую и третью, получается, на втором. Пройдем с метроном, внимательно слушайте ритм. Дальше на аккорде до мажор то же самое. Аккорд зажимаем. Играем вторую, третью, четвертую и пятую. Три удара. Потом вниз, вверх. И два удара еще вниз. Теперь аккорд держится. Поднимаем указательный палец. Играем вместе вторую, получается, открытую. Да? Вторую, третью и пятая осталась на третьем в басу. Сыграем вторую и сразу же молоточковым ударом сыграем вторую на первом. То есть. И снова отпускаем вторую, играем вторую, третью открытые, с пятой на третьем. Все, теперь будет ля минорный аккорд. Ну, здесь достаточно зажать четвертую и третью на втором. Играем также третью, четвертую и пятую. Дальше три удара вниз по пятой, четвертой. Вниз, вверх. И снова щипком играем четвертую, третью и пятую. Затем сразу будет слайд по третьей струне до четвертого лада. То есть вот прозвучала третья на четвертом. И дожимаем указательным еще четвертую на втором. И доигрываем три удара по пятой, четвертой. Пройдем с метрономом. Такое соло. Давайте пройдем обе фразы с метрономом. Дальше начинается второй куплет. Он будет более динамичным, но короче, чем первый. Первая фраза. Также зажимаем ми минорный аккорд с первой струной на третьем ладу и играем первую, вторую, третью и шестую 5 раз подряд, получается. Теперь аккорд остается. Играем первую на втором ладу, остальное все так же. И играем первую, вторую, третью и шестую. И первая открытая на легато можно сыграть, затем третья с шестой. И шестая, четвертая. В принципе, вот эту пятую на втором ладу мы никак сейчас не задействовали вроде бы, но рекомендую все-таки зажать весь аккорд. Если где-то ее заденете, либо начнет гудеть, да, пятая открытая, она будет не аккордовой нотой, поэтому лучше пусть весь аккорд будет зажат. Дальше баре на втором ладу, также четвертая на четвертом, играем вместе первую, четвертую и пятую. Повторяем первую. Затем можно сыграть просто пятую в басу, можно такой же легкий удар по двум струнам, по пятой и четвертой сделать. Повторяем еще первую, аккорд держим и два раза также удар по басам, пятая, четвертая. Либо одиночный бас, пятую струну можете играть. Дальше средним пальцем первая, третий лад. И мизинцем аккорд держится. Зажимаем первую на пятом. Играем первую, четвертую, пятую. Так, снова первая на третьем с пятой. И первая
на втором, да, баре держим. Четвертая на четвертом также осталась. Играем теперь пятую с четвертой. И молоточковым ударом желательно, ну, либо щипком. Четвертая на пятом. И в конце, так же, как в проигрыше это было, просто баре остается. Играем пятую и третью на втором ладу. Пройдем с метрономом. Здесь фраза заканчивается. До мажорный аккорд зажимаем, играем первую, вторую, третью и пятую басу три раза. Затем средним пальцем первая на втором, остальные пальцы на месте остались. Играем те же самые струны. Теперь мизинцем первая на третьем, то же самое играем. И снова первая на втором, также играем все те же самые струны. Первая открытая, можно на легато сыграть. Дальше доигрываем вторую и пятую. И вот здесь вторую отпускаем, вторая открытая с пятой. И еще раз вторая открытая будет. Все, ля минорный аккорд. Теперь играем также вторую, третью, четвертую и пятую. Повторяем вторую, пятую, вторую. Снова два раза можно просто либо пятую сыграть, либо два удара по пятой, четвертой. Затем мизинцем вторая на третьем. Аккорд остался, мизинец убрали. Играем снова вторую, третью, четвертую с пятой. Теперь указательный подняли, вторая открытая с пятой. И вернули указательный, вторая на первом, два удара по пятой, четвертой. Вот здесь остановимся, с метрономом пройдем. Практически то же самое, в начале добавляется одна нота за такт с предыдущего, да, такта, вторая открытая, четыре раза будем играть на ми-минорном аккорде и еще один раз, то есть пять раз играем. Также первая на втором теперь играем аккорд, первая открытая, теперь третья с шестой, первая открытая, первая на третьем с шестой и четвертая. Вот здесь поменялось ритмические окончания такта. Дальше такой же аккорд на баре на втором ладу и четвертая на четвертом. Играем первую, четвертую, пятую, еще раз первую с пятой, еще раз первая. Дальше удар по четвертой и пятой два раза. Дальше первая, третья средним пальцем, мизинец. Первая на пятом, играем также с аккордом. Первая, четвертая и пятая. Дальше первая, третья, пятая, первая, второй. И такой же ход пятая с четвертой, пятая на пятом ладу, четвертая. И пятая и третья на втором. То есть такое же окончание, как было в первой фразе. От этого куплета второго. Пройдем с метрономом. Дальше. Здесь два первых такта этой фразы такие же, как были в похожей, да, во второй фразе этого куплета. На до мажоре мы играем. Единственное,
соответственно, вот здесь в конце такта не доигрываем еще одну вторую открытую струну. Дальше также переходим на ля минор, но играем первую, вторую, третью и пятую басу. Повторяем первую, пятую, первую. Два удара по пятой, четвертой. Еще раз первая. Дальше вторая на четвертом будет. Играем с пятой. Дальше первая и пятая открытые. И первая на втором. И два удара по пятой, четвертой. Пройдем с метрономом. Дальше идет небольшой такой переход на припев, на аккордах просто. Здесь можно в конце удары сделать. Разберем. Аккорд до мажор, но достаточно зажать пятую на третьем и четвертую на втором. Играем пятую, четвертую, третью вместе. Затем вот указательные удобно подставить. Третья на втором, остальные струны и пальцы, да, на месте. Также играем те же самые струны, третью, четвертую, пятую. Здесь си мажорный септаккорд. Тоже достаточно зажать пятую на втором и четвертую на первом. Играем струны, которые зажали, и вторую открытую. Указательные средние остались на месте. Мизинцем дожимаем вторую на четвертом и играем тоже вот струны, которые зажали. Все, дальше открытые. Первая, вторая, третья и шестая в басу. Можно дожать ми-минорный аккорд на всякий случай. Затем небольшая остановка и удары по корпусу гитары. Можно их сделать таким образом. Сначала здесь ударяем двумя пальцами. Затем основанием ладони. Да, снова пальцами и два раза основанием ладони. И ритмически это выглядит таким образом. Пройдем с метрономом. После этого сразу же начинается припев. Давайте пройдем весь второй куплет с метрономом. Дальше следующий аккорд, сразу уже припев. Первая фраза. Тоже ми-минорный аккорд зажимаем.
Играем первую, вторую, третью и шестую в басу. Повторяем шестую. Теперь удар. Ну, по басам можно и средние струны зажать. И еще три раза бас. Все держим. Мизинцем дожимаем первую на третьем. Тоже делаем удар теперь по первой, второй, третьей. Ну, четвертую можно зацепить. И еще играем первую, шестую, первую. Здесь ритмически довольно сложные фигуры будут. Дальше мизинец остался. Первая струна на третьем. Остальные пальцы переставляем также на соль мажорный. Аккорд играем вместе первую, вторую, третью и шестую. Повторяем шестую, удар по басам. Шестая со второй. И теперь также пятая на пятом мизинцем безымянным, четвертая на четвертом. И лучше, конечно, зажать баре, то есть полный аккорд ре мажор. Здесь получается баре на втором и средним пальцем вторая на третьем. Играем сначала вместе пятую, четвертую и третью. Повторяем пятую. И вот здесь удар, ну, по пятой, четвертой, третьей. Ну, если вторую вот заденете, мы ее как раз зажали. Она аккордовая нота будет. И повторяем пятую на пятом. Пройдем с метрономом. Следующая фраза. Начинается также на ми-минорном аккорде. Вот бас сыграли. И первая на седьмом также будет. К ней можно сделать слайд. Теперь держим, повторяем шестую, еще раз первая на седьмом. Теперь удар по первой, второй, третьей. Еще раз первая, шестая, первая. Теперь так же, как в первом припеве было. Первая на седьмом и шестая на третьем дотягиваемся. Затем да, первая на третьем должна прозвучать либо на легато, либо щипком. Баре. А теперь подставляем, да, на третий лад, повторяем шестую и дожимаем соль мажорный аккорд. Вот здесь на третьем ладу остальные пальцы, удар по средним струнам и повторяем в конце шестую и третью. И снова такой же ре мажорный аккорд с баре на втором ладу зажимаем. И играем первую, получается, на втором, пятую на пятом. Повторяем пятую, удар. И повторяем пятую. Пройдем с метрономом. Дальше. Фраза похожа на предыдущую. Единственное отличие идет в начале первый такт такой же. И вот теперь два раза играем шестую, затем первая на седьмом и сразу делаем удар по первой, второй, третьей. То есть вторую половину такта мы играем. Первая еще на седьмом, шестая, первая на седьмом и окончание такое же. Давайте пройдем с метрономом. Дальше следующая фраза. Здесь до мажорный аккорд будет, вот здесь в третьей позиции получается указательным
Сначала просто зажимаем пятую на третьем, средним четвертую на пятом. Играем их либо вместе, либо таким же ударом, вот большим пальцем. Держим. Теперь мизинцем дотягиваемся. Первая на седьмом, играем ее с пятой. Теперь нужно будет сделать удар, то есть, ну, можно просто, да, по первой струне ударить. Либо, если весь аккорд хотите, здесь еще нужно будет дожать безымянным третью на пятом и вторую немножко приглушить вот этим пальцем. Повторяем, вот удар сделали, повторяем первую на седьмом, повторяем пятую на третьем, еще раз первая на седьмом. И дальше просто уже зажимаем до мажорный аккорд на третьем ладу баре. И три струны, вторая, третья, четвертая на пятом ладу. Играем первую с пятой, пятую, теперь удар по средним струнам и пятую повторяем. Баре оставляем на третьем ладу, соль, мажорный аккорд теперь здесь зажимаем на баре. Также в начале либо просто бас, либо удар по басам. Дальше первая, шестая, первая, удар по первой, второй, третий, первая, шестая и первая. Теперь баре сдвигаем на второй лад и просто средним пальцем дожимаем вторую на третьем. И играем вместе первую, вторую, третью и шестую. Повторяем шестую и удар буквально по второй, третьей струне и шестая еще раз. Это была четвертая фраза припева. Там стоит сверху, если посмотрите, цифра 1. То есть первая вольта – это первое окончание. Мы до этого места доигрываем. И затем припев повторяется сначала. За вторым разом уже вот эту первую вольту, первое окончание не играем, а переходим сразу на второе окончание, на вторую вольту. Ну, давайте сначала пройдем эту фразу с метрономом. Затем, как я уже сказала, все повторяется сначала, кроме этой фразы. Вместо нее звучит следующая фраза. Здесь уже до мажорный аккорд мы зажимаем в первой позиции, как обычно. И играем первую, вторую, третью и пятую. Повторяем пятую, удар по средним струнам, пятая. Здесь можно по пятой, четвертой, большим пальцем небольшой удар, еще пятая. Теперь удар по первой, второй, третьей, ну там какие зацепите еще. Дальше средний палец, первая на втором, пятая повторяется, мизинец, первая, третий. Все, мизинец передвигаем. Первая на седьмом, указательным. Шестая на третьем. Играем их вместе. Повторяем шестую. И снова зажимаем соль мажорный аккорд на баре на третьем ладу. И делаем удар по первой, второй, третьей. Шестая. И также сдвигаемся на второй лад баре. И вторая на третьем, как уже было в предыдущей фразе в конце. Играем то же самое. Первую, вторую, третью с шестой. Шестая, ударчик небольшой и шестая. Пройдем с метрономом. И пройдем весь припев целиком с повторением. Thank you.
Ну, в оригинале, конечно, там играется еще куплет-припев. А здесь немного такой сокращенный вариант. Дальше идет последняя часть кода. Первая фраза. Также зажимаем ми-минорный аккорд указательным и средним на втором ладу, пятое и четвертое, и делаем 8 ударов большим пальцем по басам, ровные удары. Теперь дожимаем также мизинцем первое на третьем, играем первую, вторую, третью и шестую вместе. И доигрываем уже 7 ударов, получается. Ну, можно не по всем басам, по пятой и шестой. Следующая фраза. Здесь си-мажорный аккорд получается, но не полностью зажимаем, просто указательным первое на втором, мизинцем второе на четвертом и безымянным третье на четвертом. Играем первую, вторую, третью и шестую в басу. И также доигрываем еще 7 раз шестую открытую. Затем аккорд меняется, первое на третьем и указательным второе на первом. 3 раза шестая открытая. Теперь на пятом ладу первая, вторая, третья вместе. И 3 раза шестая открытая. И дальше тоже аккорд меняется. Можно малое барре зажать на седьмом. То есть это си-мажорный аккорд, тот же самый, малая барре на седьмом ладу и третья на восьмом средним пальцем. Играем также 3 струны, первую, вторую, третью, шестую 3 раза. Теперь остается аккорд, мизинцем дотягиваемся, первая на одиннадцатом ладу, играем те же самые струны. Также 3 раза шестая. И весь аккорд передвигаем на один лад. То есть первая будет на 12-м, вторая на 8-м и третья на 9-м. Играем то же самое. И 4 раза шестая открытая. Все играется ровненько, одинаковыми четверными нотами. Давайте пройдем сразу всю коду с метрономом. На этом, собственно, все. Желаю вам удачи, успехов, терпения и до новых встреч. Пока. Ура!